Откуда и когда появился квартет «Вдоль и поперек»? Ответим честно. «Вдоль и поперек» начал вариться в 2009 году. За эти небольшие 5 лет выдержки коллектив стал крепче и заслужил определенные медали, такие как «Открытие года», «Гран-при международного фестиваля «Планета талантов», «Приз зрительских симпатий» на фестивале «Созвездие в Некусе», в Некаузе и множество благодарственных писем. Вот, кстати, квартет «Вдоль и поперек» с легкой руки Александра Геннадьевича Занина многие уже называют ВИП, поэтому в дальнейшем ВИП. ВИП принимал участие в музыкальном оформлении спектаклей «Тиль» и «Вишневый сад» Чехова Рыбинского драматического театра. Был съеден не один торт и выпито множество бокалов шампанского, лафита и клико на многочисленных балах под музыку квартета. Коллектив тесно сотрудничает с Союзом художников Рыбинского, Рыбинским музеем-заповедником и лично за всхозом Хргату. В обозримом будущем ВИП планирует получить Грэмми 2015-2020, Нобелевскую премию за открытие горнолыжного сезона парашютистов на нанобайдарках и золотой граммофон по привычке отдать Баскову. Само название «Вдоль и поперек» взято по причине простого перевода на другие языки. На французском это звучит как сикость-накость, на немецком кто во что горазд, а на иврите кто в лес по дрова. Thank you.
Thank you.
Thank you.
trees of green. What a wonderful world. I see skies of blue. The color of the rainbow, so pretty in the sky. I also want the faces of people going die. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful morning, you're gonna rise up soon.
Yes.